с чем-нибудь. Может, в кино? У нас даже мысли сходятся. Подружки! Блин, у нас даже помада одинаковая. Да ладно, мы ж подружки. Подружки! Вообще-то я эту футболку первая увидела. Зато я ее первая купила. И чё? Ничего. Подружки! Кстати, девчонки, я же вам не говорила. У меня новый парень. Смотрите. Вообще-то это мой парень. Вообще-то я с ним уже как год встречаюсь. У нас даже парень один на всех. Подружки! Я думала, это сработает. Ульян, у меня выпал зуб. Не паникуй. Что мне делать? Положи его под подушку, зубная фея тебе принесет деньги. Это как? Очень просто. Ты кладешь под подушку, зубная фея приходит, забирает и отдает тебе деньги. Ну, это, в принципе, меняет дело. Да-да-да! А что так мало? На, возьми еще! Это был мой любимый зуб. На, возьми еще! Постой! А сколько ты мне дашь за этот зуб? Лиз! Вот у тебя куча парней, а у меня ни одного. Помоги, пожалуйста. Конечно, помогу тебе, Марго. Пошли. Самое главное – это уверенная и красивая походка. Смотри, учись. Теперь твоя очередь. Крокодил, крокожу и буду... Ну, почти. Знаешь, это не самое главное. Самое главное – это улыбка. Она должна исходить от чистого сердца. Твоя очередь. Слушай, на самом деле это не главное. Вот видишь, самое главное это женственный макияж. А, я поняла. Дай мне одну минутку. Ну что? Как тебе? Слушай, а ты знаешь, самое главное это душа. Девчонки, я с парнем решил встречаться, как вам? Блин, красивый. Ага. Этот как вам? Какой няшка. Блин, я бы тоже с ним встречалась. Ну а этот? Обалденный. Он курит. Ну и ладно. И пьет. И че, посмотри, какой он красивый. Ну а этот как вам? Фу. Вообще ужас. Слава богу. Как бы он нам не понравился. Да. Вот именно, вы его не уведете у меня. Алис, а у тебя не будет водички попить? Конечно. А перекусить? Может, у тебя еще и билеты на концерт Егора Крида есть? Может, у тебя еще и плоскогубцы есть? Плоскогубцы? И если нужно, одна. Я не знаю, откуда это тебе в сумке, но у тебя нет 100%. Ну и чего у тебя там и нет? Ладно, дай мне зарядку, а то мне телефон садится. Я забыла. То есть, все это есть, а зарядки нет. Здравствуйте. Здравствуй, клубник. Ничего не говори, я все знаю. Тебя зовут Карина. А откуда вы узнали? Это магия. Мне как раз нужна ваша помощь. Завтра очень важный экзамен по математике. Больше ничего не говори. 2×2=4. 3×3=9. 9+7. Что ты там говорила про экзамены? Мне нужны силы, чтобы выучить все, что мне задали. Это сложное заклинание, но 150 рублей ускорят этот процесс. Это мои последние деньги.
вот книга по математике. Осталось выучить ее, и ты сдашь экзамен. Спасибо большое. Я не знаю, что бы я без вас делала. Спасибо. Шубу забыла. Черт. А сейчас пришло время страшных историй. Однажды одна девочка так сильно похудела, что ее ночью придавило одеялом. Можно я теперь расскажу? Однажды очень страшная девочка так сильно хотела, чтобы ее парнем был Джастин Бибер, что ему пришлось полюбить мальчика. Теперь моя очередь. Однажды певица Гречка попала под дождь, и она разбухла! Однажды три девочки допоздна не спали и не давали спать другим. Пап, ну мы еще чуть-чуть. Девчонки, приходите. У меня сегодня дома никого. Ну что, затусим? Да, затусим. Только сначала помогите мне уроки сделать. Ну ладно. Ну что, теперь точно затусим? Да, только давайте еще посуду помоем. Все, готово. Ну что, теперь оторвемся? Конечно, только сначала помогите мне прибраться. Ну что, теперь точно затусим? Нет, сейчас не получится. Почему? Что? И Никиту позвала, не могла же его в такой бардак привозить, сами понимаете. Ну все, пока. Нет, стойте. Вот это оставьте. Привет! Блин, к сожалению, у меня нет тапочек для тебя. Не беда, у меня есть отличный лайфхак. Быстрое решение этой проблемы. Мы же могли пойти в магазин и купить нормальные тапочки. Смотри, что я придумал. Теперь мы можем пить кока-колу вдвоем. Да, какой ценный лайфхак. Когда ты высокую парус не получается перелистнуть страницу, макаешь в ней банан и перелистываешь. Можно просто облизнуть палец и перелистнуть страницу. Это неудобно. Лиза! Да? Посмотри, я придумала крутой новый лайфхак. Вау, какой? Это дверь. А что она делает? Открой ее, посмотри. Она избавляется от подруг, которые постоянно используют тупые лайфхаки. Ой, а ты что грустишь? Я потерялся. Не переживай. Хочешь, я помогу найти тебе твою маму? Да. Слушай, а как ее зовут? В инстаграме записано как инстамама. Блин, у нее закрытый аккаунт. Может, у тебя есть фотографии с ней? А, да, есть. Блин, мы твою маму так никогда не найдем. А давай позвони, у меня ее номер есть. А что ты сразу не сказал? Мне просто денег на счет. А почему раз ты мне номер не дала? Увидимся, детка. Лиза! Что опять? Лиза! Тебя же мы не убиваем!